Сейчас как в фильмах Спилберга. Что, говорите? Да. Полуприцеп, шторно-бортовой, трехосный, стандартный, длина 13,7. На осях САВ. Передняя стенка алюминиевая. Тент польский. Крыша сдвижная. А то, что этот тент польский, это, ну, это важно? Конечно. Польские тента очень качественные. Они даже на ощупь, наш российский берешь, да, и польский. То есть, ну, качество такой толстый, плотный материал такой, ну. Ну да. Ну, я вообще, когда этот бушный на стоянке чистили, это. Система контроля смарт-борд. Так, вапка, да? Да, тормозная система, вапка. Опорные ноги, САВ. Прицеп полностью адаптирован к российской эксплуатации. Прочная рама, надежные агрегаты. То есть собран из импортных комплектующих, именитых брендов европейских. Ну вот, например, это шины Кардиант, это же, по-моему, отечественная шина. Ну, бренд-то европейский. Отечественный бренд — это Кама. Замки вот эти тоже импортные, да, я вижу? Да, да, это все полностью механизм этот шторного полуприцепа импортный. Ладно, если так много... Да, задние алюминиевые ворота, задний алюминиевый брус. Давай что-нибудь скажем, что это может быть плохое, что здесь советского? Советского здесь нет ничего. Ну, на этом и закончим.